Україні з синдромом Дауна мешкає біля 10 тисяч дітей. Ми всі разом можемо бути небайдужими і сердечними до них. 21 березня – Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Вже 10 років Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить за мету привернути увагу всього суспільства до проблем людей з обмеженими можливостями. Виник цей день за ініціативи правлінь Європейської та Всесвітньої асоціації «Даун-синдром» на 6-му міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в 2006 році в іспанському місті Пальма-де-Майорка. Певно, це і був категоричний виклик світу, що не тільки батьки дітей з синдромом Дауна змушені щодня боротися за гідне існування і майбутнє своїх дітей, долаючи величезний опір і непорозуміння з боку суспільства. Я не видела и не знала, что бывают вообще такие дети. Мы решили отказаться от такого ребенка. Нам очень тактично, аккуратно сказали о диагнозе врачи. Конечно же, это шок. Когда он родился, да, было разочарование, что все-таки таки есть синдром. Но не было мысли оставить. Я почему-то думала, что синдром это будет внешние какие-то проявления. Во всем мире ищут новые подходы к решению проблем людей с нарушениями развития. Необычный диагноз. Трисомия по 21-й паре хромосом. Звучит непонятно, необычно, незнакомо. А люди вокруг используют слова «просто синдром Дауна». А кому нужен этот ребенок в нашем мире? Отношение, которое сейчас есть у окружающих к людям с синдромом Дауна, это просто опасения из прошлого. Даун, синдром Дауна – это что-то неизвестное и, возможно, страшное. И рождаются они в семьях независимо от социального, культурного статуса. Эти детки всегда появляются, и мы должны действительно думать о том, как мы их встретим в этой жизни. Тільки в 20-му сторіччі генетики визначили причину виникнення патології, і то не до кінця. Синдром Дауна – захворювання, що виникає в результаті генетичної аномалії, при якій в організмі людини з'являється додаткова хромосома. В результаті загальна кількість хромосом стає 47, тоді як у нормі має бути 46. Я хворий з перших хвилин свого зачаття. Коли з малесенької клітинки почало формуватись моє тіло, одна пара хромосом розділилась невірно. А я вам поясню. Хромосома – це маленькі частинки в клітках, які несуть інформацію про всі спадкоємні ознаки. Зазвичай в кожній клітинці знаходиться 46 хромосомів, половину яких я отримав від матусі, а половину – від батька. Але у мене з'явилася одна зайва в 21-й парі, що в розрутації вплинула на мій розвиток. А я в цьому не винен, і причини не знаю, і відбутися це може з ким завгодно. Відтак я народився із синдромом Дауна. Когда он родился, да, было разочарование, что все-таки таки есть синдром. Но не было мысли оставить. Были мысли, вот что теперь делать, куда обращаться, как сделать так, чтобы он был более развит, чтобы у него была нормальная социальная жизнь. И, ну, как все мамы своим детям хотят самого лучшего. Вот были такие мысли. Часто говорят, что вот врачи советуют оставить, зачем? Нет, и врачи даже и поддержали, и родственники. В первую очередь муж, родители, друзья. То есть мне в этом смысле повезло. Thank you.
у моего ребенка синдром Дауна. Об этом мне сказала сначала прямым текстом уже медсестра, которая была в послеродовой палате. Это был, конечно, шок. Настолько, что мы решили отказаться от такого ребенка, потому что у нас успешных людей, как бы окружение, неприятие людей с какими-то особенностями умственного развития. То есть для меня сразу вырисовывалась картина перспектива развития, как будет себя вести. Ну, честно, одно слово – дурачок. Но отказ мы не писали до тех пор, пока не поступил анализ медико-генетического центра, окончательный диагноз – 100% ребенок с синдромом Дауна. Там есть проценты, 20%, в зависимости от того, как ножка в хромосоме отламывается. Так вот, это 100%, от этого зависит же и развитие. Помню, мы с мужем пришли, писали отказ. Она говорит, вы будете давать ей имя? И мы решили дать ей имя Лия. Не темные были, да, как бы груз с плеч, у нас не будет ребенка, которого будут тыкать пальцами, которого будут обзывать Даун и все остальное. Нас не будут криво смотреть, у нас жизнь дальше пойдет, все это. Ну вот, знаете, вот такое какое-то, что это неправильно. А что неправильно? Что мы могли еще этому ребенку сделать? Мы решили ее покрестить. Я пошла, забрала документы, остановила. И вот когда было принято решение, что этот ребенок будет жить в семье, честно говоря, у меня не было долгого принятия, я не мучилась. Все, это мой ребенок. Ну, с синдромом Дауна, ну и что? Вы видите всего лишь дождь, и он для вас идет. Течет вода, вода течет, и замерзает в лед. Мы видим узоры снежинок, кристаллики в глубине льда. Все капельки, что застынут, для вас это лишь вода. А в нашем мире все не так. Здесь могут часы замирать, и миллион дождей мы можем пересчитать. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Алина была в реанимации, нам очень тактично, аккуратно сказали о диагнозе врачи. Для меня он ничего не говорил, но то, что я сделал, пришел домой и стал искать в интернете информацию. Информация была, но больше негативного плана. Когда я делился уже этой информацией с Олей, так дозировано, очень аккуратно, она была еще в роддоме, я потихонечку ей сообщал порциями то, что узнавал. Это действительно было трудно выдержать, потому что это желанный ребенок, долгожданный ребенок, и вообще не знали, что нам делать, к чему нам готовиться, чего нам ожидать. У родителей, у которых рождаются дети с каким-то диагнозом, конечно же, это шок. Чувство, что это не с тобой, что ты вообще вступил не на какую-то не ту дорогу, что это какая-то ошибка, и сейчас все прояснится, все выяснится, и ничего этого не будет. Нам про диагноз сказали еще в роддоме, сразу же практически нам сказали, что ребеночек такой с особенностями,
Но я не представляла даже, что это. Насколько была информационная изоляция. Может быть, раньше